Едем в Батуми. Вау! Приехали мы на набережную в Батуми. Еле, блин, припарковались. Парковка стоит 5 лари. Да я бы и 10 отдал, лишь бы уже остановиться где-нибудь. В общем, идем, прогуляемся, посмотрим, что да как тут вообще, огонь или не огонь. Это такой огонь! Смелее, ты джигит или ты кто? Я такой офигенный родитель вообще. Короче, эти ездят. Вот так вот закрытые афганцы вообще. Я такой огонь, дети у меня такой огонь, жена огонь, вообще огонь. Ха-ха. Все, что я могу сказать, Батуми — это огонь вообще. Это очень крутой город, очень. Несмотря на то, что здесь порт и не очень хорошее море, в смысле мутное, все равно Батуми — это огонь.